Metal Gear. Не, ну она какая-то такая, ну, в ней видна уверенность. Deus Ex. Я, кстати, играл в Deus Ex, но я, видимо, не дошел до нее. Но выглядит, ладно, получше. Не, хуйня. Она меня не возбуждает. Мне, кстати, это дополнение вообще не понравилось. И она меня не возбуждает вообще. У нее очень страшная рука какая-то поломана. Чё за хуйня нахуй? Хватит, блин. Алло, алло. Алло, у меня есть идея. Да. Давай я сейчас тебя кикну из склада, чтобы сделали новость, что ты был кикнут из склада. Или оставим, ну, Надо подождать. на Я вообще случай, когда надеялся то, хай. что Артикса, про Артикса будет новости, что пятерка кикнул Артикса из сквада. Ну ладно, А, неважно. да? Ну ладно, то оставим на лучшие времена, да, то есть. Да, ну да. Да, А но что, это кстати, попозже. Чё? Ну ладно, похуй. Ладно, похуй плюс похуй. Да. А про кринж-сквад, кстати, новости не было. Так, ну ладно, берем вот эту. Но она мне все равно такая. Wolf Among Us. Хуйня полная. Так. Ой, бля, нихуя у нее татуха. Я просто за татуху хочу проголосовать. Ебейшая, прикольная татуировка. Так, тоже Taken. Ну, татуха прикольная. Она мне взбесила. Я в Mortal Kombat проходил, она взбесила меня. Опять Wolf Among Us. Короче, сюда берем. Женщина-кошка, по-моему, не очень удалась. Берем сюда. Хитман. Блять, на кого-то она похожа, короче, есть. Ну, блядь, я бы не сказал, что она, ну, прям... Окей. Самара. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я. Я больше вот такое. Я к таким женщинам склоняюсь больше. Вот. Я бы сказал, ну, я не знаю, она слишком массивная, знаете, как вам объяснить? Ну, вот, бывает такое, ну, слишком массивная женщина, так сказать. Что-то айтрекер лагает, блядь, я на лицо смотрю, оно ниже смотрится. Что за хуйня? Сейчас. Вот я сейчас смотрю ровно на ВС. Что за нахуй, да? Так. Бля, охуеть, конечно, блядь. Это последнее место. Наверное, осуждаю. Слишком такая, как это сказать вам? Ну, слишком обычная FIFA. Вот, я бы сказал так. Ну, тоже скипчик. Тоже скипчик. Кстати, я не играл в Devil May Cry. Но по лицу мне вот это больше нравится. По лицу и по прическе. Прическа важная. Вообще, лицо важнее всегда. Блять, не знаю. Ну, возьму вот эту. Не, блин, Лара Крофт здесь была прикольная, кстати. Мне не нравилось, когда она прям ее делали супер накачанной и необычной. Вот когда ее такой более обычной женщиной сделали. На лицо она посимпатичнее будет. Так. Call of Duty не играл. Не, не то. Бля, ну она, кстати, прикольная. Вот в ней, ну она хоть не... Ну мы выбираем самую сексуальную, да? Но в ней была какая-то такая загадка. Вот это было прикольно. Она такая загадочная была. В женщине должна быть загадка, чтобы, ну, заинтересоваться женщиной. Но те, кто играл, те знают, что у нее все тело старое, бабки. У нее тело бабки, у нее только... Короче, там дождь, когда на тебя капает, ты стареешь. Вот. И, короче, у нее вот посюда, все остальное, у нее голое тело было под дождем. А, короче, у нее только голова, ну, короче, нормально. У нее тело бабки. Мнение Мелшера. По поводу чего? Поехали. Но я по нему прям не смогу походить. А чё с ним? Чё тут? Пятерочка, ну и уёбище, ля. Поехали. Ну я Ладно, понял. забавно.
Тоби Магуайр? Хуйня. Скип. Так, сейчасик. Угу. Ну, не в моем вкусе, монашки. Лицо не видно. И какие-то странные ноги. Бан. Там прическа прикольная была. Вот такие мне не очень нравятся. Вот это тоже, ну просто FIFA, блядь. Вот вы понимаете, вот когда такой микроносик, такие бровки, глазки и губы, это вот, ну, FIFA. Вот, вот, блядь, записывайте, FIFA, блядь. Вот просто FIFA. Чё за хуйня, нахуй? Final Fantasy, ёбаный. Нет, такое мне тоже не нравится. Слишком женственные мне не нравятся. Делайла, ну, старовато для меня. Ага, ебать, топ, секс. Это полный пиздец. Нет. Нет. Но кто знает, тот знает тоже, блядь. Тут без шансов. Бабуся, не надо. Блин, ну она, кстати, тоже норм. Игра хуйня, но она норм. Не, но я все равно ее возьму. Прикольно выглядит, но я не знаю, кто это. Поехали сюда. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Да похуй, все равно. Мне нравится более так, как бы... Так, ну тут, как вам сказать, тут есть некая проблема, которая меня отталкивает, да. Во-первых, я, ну, мне игра не очень вкатила, вот. А во-вторых, ну, берем. Так. Мне не нравятся лысые. Слишком какая-то обычная. Слишком... Вот тут тоже есть какая-то FIFA, блядь, FIFA. Ну, FIFA игра. Знаете, есть фильм такая «Не смотри вниз». Вот я вот в этот фильм очень мне такое... Фильм, я что-то вспомнил, просто фильм такой. Блять. Не, хуйня. Хуйня точно. Что-то неплохо, кстати. Неплохо, но старовато. Старовато она в игре, старовато. Ну вот, кстати, она еще... Ну, тут надо было фотку получше выбрать. Это полная хуйня. Это полная хуйня, тем более у нее, блядь, там челюсти. Так. В этой части она мне не нравится. Она мне в девятой нравится части. Нет. Блядь, ну и чё с ней? Почему она недовольная какая-то? Хуйня полная. Блять, я не играл, но разработчикам мое почтение, блять. Что-то, блять, штанина порвалась, походу, у нее. Я не знаю, кто это такая, но что-то штанина, блять, потеряла, что ли. Ну, штанину нихуево потеряла. Пол лица перекрыто, неинтересно. До свидания. Милая. Милая, окей. Но скип. Сразу двух? Но мне вот у этой прическа не нравится. А у этой... Что-то нос какой-то странный. Она вообще может дышать через такой нос, интересно? Мне просто кажется, ну, я вот, да, вот выбираю так, что, ну, вот, допустим, будет девочка делать сосай, да? Как она носом будет дышать вот таким? И когда будет делать сосай, рот-то занят будет. Ну, чисто в носе проблема. Мне такой нос не нравится. Так бы я, может быть, взял. Старовато. Что-то неплохо. 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 Но слишком закрыто. Ой, я эту хуйню играл. Прикольная хуйня. Не, скип. Скип. Инопланетяночки меня что-то не супер интересуют.
Скип. Слишком много пирсинга пока. Слишком мужские черты лица. Вот, ну, как-то... Я не знаю, скулы, наверное, хуйня. Шлюхи забьет. Блять. Ну, это костюм прикольный, но Элизабет... я не играл, но я все мемы знаю, как бы, про нее. Но если по лицу выбирать, я бы ее выбрал. Но если по костюму, я бы за левое. Ну давайте, ладно, давайте ее. Тут просто охуенный графон. Нет, слишком мужская броня. Слишком не очень прическа. Соня? Чё за хуйня? Какая Тифа? Это Соня, блядь. Нового четырехзвездочного персонажа анима мальчика. Когда его будет, да? Он будет вместе с кем? В 2.8 он будет? А сейчас какое будет? 2.7? Соня? Ай, блядь! А это что за хуйня? Не в моем вкусе. Чё за хуйня, блядь? Не-не. Старовато. Мрачновато. Слишком по-блокбастерски. Просто Элизабет. Элизабет. Старовато. Соня? Опять Соня? Так. Слишком хуёвый графон и FIFA. Слишком FIFA. Но... высоковато, я бы сказал. Она там сколько у неё? 3 метра ростом. Там дело в том, что... ну, если до Шрекса дойдёт, то, ну, для её 3-метрового роста мой писюнчик будет... ну, он у меня и так не супер, типа. А, ну, а для неё вообще, ну, типа, я там даже, ну, не про... ну, проникновение даже, может, не почувствуется, поэтому... я поэтому как бы люблю там маленьких девочек, как бы там, ну, полторашек, да, таких. Так. Ну, кстати, у меня с ней был Шрекс в Киберпанке. Ну, а Элизабет тут получше будет. Кто нахуй? Ой, блядь. Соболезную. Блять, ну там графон был ебейший, реально. Но она... ну она типа как обычная, ну просто симпатичная девушка. Но дело в том, что это тоже обычная симпатичная девушка. Не, точно нет, блять. Не, ну там, мне кажется, характер это все равно часть сексуальности. И характер это просто пиздец, блять. Нет.
Подожди, так Кэра уже была вроде. А, не, или кто-то. Кто-то... Ладно, неважно. Не, спасибо, Афина, не надо. Прическа мне не нравится здесь. Блять, залагала, я хотел справа выбрать. Ну, блядь, если бы не белые волосы, то это, в принципе, в моем вкусе. Но прическа, вот когда все назад, мне не нравится. И, ну, здесь белые волосы не идут. Так. Не, спасибо. Не, спасибо. Не, спасибо. Не, спасибо. Не, точно нет. Нихуя графон. Надо скипать Элизабет. Элизабет уже слишком много держится. О, я ее трах. Ну, типа в игре. Но она, ну, тоже не в моем вкусе. Нет, не, не. 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 Ей, по-моему, 150 лет или что-то там по игре такое. Ну ее нахуй. Но, кстати, я пытался с ней шрекнуться в киберпанке, не получилось. Так. Что-то у нее, по-моему, половина лица разложилась, и растяжки там не очень. Так что, Элизабет, мне... Тут такое двоякое ощущение, то, что, мне кажется, если я за нее не проголосую, как за самую сексуальную, то я сяду в тюрьму. А если я скажу, что она самая сексуальная, то я тоже сяду в тюрьму. Поэтому у меня залагало, короче, нахуй. Ну, короче... Ой, блядь! Купи попка. Mm. У меня мало друзей, но я не унываю. Каждый так заходите на СП, на сервера наши, там голосовой чат есть, там есть города, мной. Вся это хуйня. Это просто незабываемые эмоции. Спасибо тебе. Да, спасибо. Я потом повторю ваш донат. Так, короче, Цири мне не очень нравится, если честно, потому что, во-первых, у нее слишком мужественный характер, во-вторых, у нее шрам не очень. Ну, Элизабет, она просто более женственная. Что-то я видел про нее игру. Не, слишком мужественная. О, слишком мужественные черты лица. Не мое. О, у нее хуёвый был характер вроде, но я помню почему, потому что ее насиловали там. Но опять же, она мне просто не очень нравится. Ну, мне ее нравится ее стиль, но вот как бы, ну так это просто обычка. Тоже чего-то не хватает. Но она неплохая, кстати, такая. Ну, чего-то не хватает. Элизабет покруче будет. Не видел. Ну, хуйня. О, не, не. Угу. Блять, надо скипать Элизабет уже нахуй. Нет, ну нет. 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 Да нет, блядь, я не люблю воинствующих женщин мужественных. Ну, она выглядит как... Короче, блядь, кстати, рассказывал. Переходим дорогу. Переходим дорогу. Около центра города. Ну, короче, на самокате. Вот. И, короче, какая-то... Вот такое лицо, но только еще более надутое. Алкашка. Но вот такое реально лицо. Орет. Пшла нахуй! И думаю, чё, блядь, чё за хуйня, нахуй? Все люди оборачиваются, думают, кому? Такая, пошла нахуй! И прям в нашу сторону перехода. Я говорю, Соня, это тебе? А Соня говорит, ну, может быть. И опять потом, пошла нахуй! И, короче, потом её нахуй, походу, менты забрали, блядь. Сейчас, я извиняюсь, я забыл то, что я бананчик забыл покушать. Ебать, я просрочил банан. Привет, привет. Я
конечно, мне. Пошла нахуй! Так. Вы мне будете сейчас завидовать, скорее всего. Угу. Да-да-да. Клубничка. Так, ну тут очевидно. Чё за тапки нахуй? Пиздец. Охуем. Слишком гиперболизированная сексуальность. Шрам Джокера. Забыл, как это называется. Короче, у нее, походу, это болезнь, когда мало кушает. Полная хуйня. Просто милая, давайте я ее, ну, ее хотя бы можно выбрать, лишь бы, ну, не Элизабет уже, Элизабет подзаебала. Ну, я не знаю, что это вообще за чекуля. Ну, прикольная. Слишком отпиженная. Слишком, как этот, ну, у нее там броня, она военная, то есть мужеподобная слишком, не хочу такое. Старая. Но она лучше, чем Йеннифер. Но... Бан. Блядь, что съебал? Там ебало съехало. Блять, до этого лагало, когда на лицо смотрю, спускается ниже. Сейчас смотрю не на лицо, поднимается на лицо, блять. Ща. Во, нормально, отфокусировался, все, наверное. Прикольная, милая, чуть-чуть фифа, но прикольно. Осуждаю нахуй. Че это за хуйня? Скоро все так и носить будем. Привет, Пук. Привет, Пук. Че делаешь? Ну, кстати, прикольная. Но она слишком школьница. Но она прикольная. Ну, я хотя бы играл просто в Life is Strange. Ужас. Хуйта. Аниме ебаное. Это не аниме вообще-то. Аниме. Это не аниме было, Пук. Опять аниме. На мамку похоже. Просто мамку, не на мою, а просто на мамку. А ебаное аниме, блять. Да это не аниме. Ну она какая-то, скажите, я просто не знаю, что за игра, но по сюжету, видимо, она мертвая, да, она зомби. Ебаное аниме, блядь. Да это не аниме, Пук. Не в моем вкусе, она слишком это, слишком пубертатная. Это да. Слишком воинствующая, не нравится. Опять аниме. Блять, аниме это. Странно. Вот тут тоже какая-то, ну просто широкая, как вам объяснить? Ну, короче, слишком накачанная, что ли. Ну, мне такое не нравится. Хутау скипнул, реально. Тоже слишком накачанная нога. Ля какая, нихуя себе. Но я бы ее за прическу выбрал и за очки. Но все остальное тоже военизированная одежда, мне не нравится. Ну и по лицу старовато, но за прическу бы выбрал. Тут, ну, подходит прям прикольная прическа. У меня такая же, просто. Просто предыдущая уже заебала.
Пука, что там у тебя вот там? Ты можешь вот это отнести? Да, отнесу. Не, ну ты отнеси-ка. А, кстати, вот еще кожурка от бананчика. Нет, сам относи. Ну, прикольные у нее такие наручники, да? Прикольная вот эта хуйня. Что тут еще есть на картинке? Свечки тут, да? Ну, вот эту, ладно, выберу. Там что-то не на что смотреть. Ну, это вообще страшно. Ну, как бы, я не знаю, кому... Что, спит, что ли, уснула? Слишком аниме нарисованное. Прикольный костюм. Но прическа ни о чем. Да кто рыгает, блядь? Фу, как ты мерзко рыганул. Блядь, как вчера Соня пердела, это пиздец. Неправда вообще-то. Как она набздела, так воняло. Я в ахуе. Да это неправда, это ты пердел, Пук. Это ты пердел, пиздец. Ладно, я пердел, я пердел, я пердел, я пердел. Все, молодец. Ну не в моем вкусе, так сказать. Ну чё, Пук, бывает, скушал, да, что-то. Кто за нее голосует? Вот кто, блядь? Ну как... Нет, дальше. Блять, уже почти финал. Дальше. Не знаю, кто это. Не знаю, зачем ей палка. Хуйня полная. Аниме ебаное. Это не аниме, блять. Это вообще женщина? Твич, блять. Что твич? Что твич? Твич. Что твич? Тендерли бое? Аниме ебаное. Да это не аниме, блядь, Пук. А, ну я хотел в Metal Gear, конечно, поиграть вот в эту часть, да, там интересная у нее броня такая, пуленепробиваемая, так сказать, да. Ну для разгрузочки можем взять. Соня, это ты? Нихуя за Соню голосую. Ну куда ты на сиськи спялишь? В смысле, я на подмышку посмотрел, да, просто трекер, блядь, съезжает. Да, да, да. Я да, на да. подмышку смотрю, я да, посмотрел, да, волосатая, да, бреет да, она да, подмышки да, или да, нет. Да, 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 да. Я смотрел на подмышки. Да, конечно. Да съезжает, да, блядь. Да, да, съезжает, ага. Съезжает у него. Че у тебя еще там съезжает? Хуй пойми. А это не аниме, вот что ты выбрал. Вот это? Да. Это не аниме. Ага, схуяли. Нихуя там, блядь. Полная хуйня. Полная хуйня. Что-то грустная какая-то. Куда ползет? Да не такая обычка. Шапка топовая. Аниме ебаное. Да это не аниме. Слишком воинствующее. Нету писи, скорее всего. Ну, обычная тетя. Тоже тетя какая-то. Воинственная. Аниме, блядь. Это не аниме! Блядь. Ты выбрал аниме, Пук. У тебя аниме. Это не аниме. Аниме. То есть то, что я... Вот это... Вот, то не аниме, а вот это аниме, да? Да, вот это аниме. Бабулька. Да, Пук, вот это аниме. Прям видно, рисовка анимешная. Не, не мой вкус тоже. Прикольная гитара, хочу ханюнья. Всегда, кстати, себе мечтала, чтобы у меня были разные глаза. Да круто убит. Да блять, я не люблю женщин в форме вообще. Тендер либо я. Не, такое я не люблю тоже. Это вот, вот что из этого аниме? Конечно, то. Слева то, что? Нет, ты посмотри, рисовка почти одна и та же. Пук, это 3D, это 2D аниме. Схуяли это 2D? Это аниме ёбаное. Схуяли это 2D? Пук, она в башмаках анимешных. Пук, схуяли это 2D? Ты играл? Ты знаешь, что это 2D? Да. Кто сказал тебе такое? Полная хуйня. А вот это полная. Не твоя 2D, да? Блять, ну очевидно, что это аниме. Кто сказал? Аниме. Схуяли. Ёбаное аниме.
Блять, кого-то она мне напоминает. Маньяков Dead by Daylight. Ну вот что-то здесь как будто чувствуется загадка какая-то. Ну вот это... А, да, точно, это же маньяк из Dead by Daylight. Не, не знаю почему, но потому что может быть прическа, как у Сони. Какая-то в ней есть. Ну, я бы не сказал, что она прям бомбикс, но... Не, в игре она страшная. Она прям бабайка. Блин, но мне почему-то нравится, я не знаю, я почему-то хочу нажать сюда. Ну, у руки, я бы не хотел бы, чтобы она мне этими ручками, руками, руками сделала хенд-джобчик. Вот, что-то не очень бы хотелось. Вот. У нее с рук стекает жижа такая черная пук. Жалко, что черная. Ну, не. А вот это не аниме было, да? Ну, блять, как-то я не уверен, что это прям победитель. А ну, я хочу общую статистику посмотреть. Ой, блядь, ой, блядь. А нормально можно голосовать, блядь? Ну, я, ну, блядь, она не, ну, не супер секси. Секси. Она в мешковатой какой-то одежде, ну, не. Почему не... ты смотришь на одежду, Пук? Такие времена. Пук, мы выбираем самого сексуального женского персонажа. Так. Ну, вот Элизабет подходит, Лара подходит. Ну, может быть, даже вот это подходит. Ладно, подождите, самый антисекс кто? Ой, блядь, там может быть что-то осудительное справа, да? Бабка. Блядь. Да, там, короче, бабки какие-то просто внизу и все. Сейчас я на... где-нибудь я смогу возмутиться вообще? Ну да, тоже, никто не любит женщин в форме военной, блядь. 200-е там место, вся хуйня. Тут шрам зарешал. Ну да, я в принципе, ну, с нижней частью я довольно-таки согласен. Да, по центре, я просто экран вам не могу показать, потому что там голосование назывался «Клубничный кораблик». И там клубника всякая была там. Я не хочу вам клубнику показывать на стриме. Никто не голосует за это аниме, блядь. В смысле? В топ-50. Смотрю топ-50. В топ-50 входит. Аниме? Да. Короче, 49-е место, Бабулита. Я не могу вам показать экран. Ну, короче, та, которая, у которой тело бабки. Прикиньте. Так, а ну-ка, а ну-ка. Топ-40 уже смотрю. Цитра входит в топ-38. Чё за прикол? Не уверен. Вон, в топ-30 аниме твоя ваша. В топ-30 аниме Лиза какая-то из Геншин Сасакта. Конечно, потому что это мамми. Хуйня. Это самое... Вон, Розария вообще на 14 месте, ебать. А? Розария вообще на 14 месте. Пиздец, анимешники, блядь, нихуя не знают, как жить. Ну, по центре, я не согласен с топом. Типа, я не уверен, что из Ведьмака прям самые сексуальные женщины. Были и получше. Ну, ну, блядь, из Ведьмака. Блядь, а вот это что за хуйня, блядь? Охуенно. Ладно, неважно. Ладно, неважно, блядь.